После такой игры тяжело подобрать какие-то слова, эмоции непередаваемые. Победили второй раз Словакию, доказали то, что это не случайность. Тяжело описать, это просто такой непривычный для нас цикл, потому что, не знаю, может, в Европе играют, через каждые два дня у нас раз в неделю, и было достаточно тяжело, особенно тем ребятам, кто играл по 90 минут. Сейчас остается только набираться уверенности, немножко отдохнуть, и есть время порадоваться этим победам. Дорогие болельщики, спасибо вам за вашу такую очень мощную поддержку, то, что вы нас просто все 90 минут несли вперед. Ага, Казахстан!